Это центральная усадьба колхоза «Маяк» Калужской области. Хозяйство крепкое, многоотраслевое. За счет интенсификации производства сельскохозяйственной продукции здесь ежегодно увеличивают капитал вложения на жилищное и культурно-бытовое строительство. В новом поселке сейчас живет уже 750 человек, а в перспективе он рассчитан на 2000 жителей. Строят добротно, красиво. В одном из домов новоселами стала семья главного инженера хозяйства Анатолия Ивановича Сухова. В дом мы переехали недавно. Живем сейчас на центральной усадьбе. А до этого жили в деревне, которая расположена на территории нашего хозяйства. То есть ближе к работе стало? Да, теперь от работы находимся недалеко. В поселке имеется детский сад, школа, ясли. Детей сколько у вас? Трое детей. Двое школьников, а одна еще маленькая, 2 годика. Ясли, да? Так что, да. Ну, имеется у нас в доме все удобства. Квартира, короче говоря, квартира большая. Да? Сколько комнат? 4 комнаты, 56 квадратных метров, полезной площади. Все удобства городского типа. А хозяйка довольна? Очень довольна. Здесь и вода есть в доме. Кухня большая. Так что, конечно, удобно. И работа рядом. Да, и дети, наверное, тоже здесь в школу. Дети рядом, в школу ходят, конечно. Очень удобно. Ну, все, что надо для труженика сельского хозяйства, у нас имеется. Имеется подсобное помещение, огородик 4,5 сотки, подвал под домом. Рядом, значит, сарай построен. Можно держать скот, птицу.